Гору. Ночью проснулся я рано. Сейчас пару игр на... Чтобы 12 хотя бы посидеть, нормальный вирейдж искать. Хочу на флейншейкере сыграть еще раз. У меня вчера такая игра была. Я даже заскринил, блин. 65 минут я на ночь последнюю катку, так сказать, бахнул. Пуш пятерка на ФП. 10 швов на 65-й. Нам ломали трон. Найкс сел в кольце вот в этом... Как оно, ну, вы поняли. Как Найтсталкер в трон, короче, его нельзя было бить. У нас Бэтрайдер в итоге его заассасировал. Бля, короче, там такое было. И жалко, я не стримил. Это просто пиздец. Ищу тянку. Пол не важен. Охуеть. Ну да, 21 век, бля, на улице. Рокеры, попугаю с бабули. А в Жуковском дождик пошел. У меня пока ничего не капает. Не знаю, я прям в школу ходил, ну, охотно. Не знаю, даже, ну, типа, были там уроки, которые мне не нравились, но всем что-то не нравится, нужно, блин. Не все же бывает так, как ты хочешь, правильно? В связи с этим, я сделал вывод, что, ну, пересидишь то, что не нравится, пойдешь на то, что нравится. На физкультуру, например, на химию, на биологию пойдешь. У меня в школе, вообще в моем классе, ни один человек не курил даже. У нас не было курящих. Но потом пришли новенькие, типа, из другой школы расформировали классы, их покидали по разным школам города, и в том числе к нам. И вот нам пришли ребята, которые начали там курить, там такой образ, но при этом вполне адекватные, типа, влились в нашу компанию, и вот я до сих пор с ними общаюсь. Один чел купил мотоцикл, по-моему, лет... Я не знаю, можно ли мотоцикл в 16 ездить? Сначала был мопед у него, я точно знаю, а потом на мотоке. Я, пиздец, я испытал... Наверное, самое страшное ощущение в своей жизни, когда ты со школьником на заднем едешь без шлема на мотоцикле. Вот это никогда никому не посоветую. Да и вообще, типа, едешь на мотоцикле. Я отказался с того момента вообще. От слова совсем. У нас вообще вот в классе ни один человек не курил. Вот у меня. У меня были группы, ну, в школе, типа, ну, в плане группы среди класса, где там кто-то с кем-то общался, были те, с кем я не хотел общаться. Ну так, типа, только вскользь, но прям именно какие-то компаниями там гулять или что-то еще вообще такого желания не было. Были те, с кем я охотно хотел, там мои лучшие друзья. Но в основном мой школьный день заканчивался так, что, типа, ты идешь домой, врубаешь Perfect World и прикидываешься девочкой, и, типа, в Raid Call заходишь, врубаешь анимешный голос и батишь всех на внутриигровую валюту, блядь. Это вот мой день был. Примерно таким же. В принципе, слово «скам» для меня появилось довольно рано. Такая игра слишком донатная, я не знаю. Типа овер донатная. У меня есть знакомый, который 2 миллиарда в нее хуйнул рублей. Да, ну тут всего 2D, наверное, это сварк, типа, с ним посложнее. Если ты, типа, даешь себя бить на ранних левелах, ты можешь умереть, тем более с сценкой. Ну так бы я, наверное, переднял, если бы у меня еще саппорт был, который вообще нон-стопом бы кликал этого сварка. Прикиньте, в игру влить 2 миллиона... 2 миллиарда рублей. В игру, блять. 2 миллиарда. Я в унике в первый раз нормально попиздился с челом. Ну как нормально. Ну так. В школе тоже 2 раза попиздился, но так, не прям чтобы сильно. Меня разнимала учительница по физкультуре, короче, с каким-то челом. Когда мне было... Я не помню, сколько мне лет было. Ну, короче, история такая, что чел прошел по залу, ну, по общему такому холлу или как-то. Ну, где, типа, влево-вправо кабинет расставлен, широкий такой у нас был зал. И, короче, и пальцем тыкает моих одноклассниц и говорит: вы шлюхи ебаные, там что-то такое. Ну, как-то я это воспринял, типа, не, ну, не, может быть, очень резко, но, короче. Я говорю: после школы увидимся. Увиделся. Чела портфелем хуярил своим, там, с учебниками на килограмм 5. Ничего, отхуярил нормально. Ну ёбни ему уже хоть что-то. Я знаю двух дотеров очень хай ранга, которые играют в Perfect World до сих пор. И у одного из них жена Хейлрейк. Я
Ну, короче, нас разняли, а потом спустя, короче, где-то неделю, это чё повесился, такая история вообще не очень. Он, короче, какой-то мем, типа, ну, пранки на своими одноклассницами записывал. И, короче, звонил им в скайпе тогда еще, как я понял. И, короче, чё позвонил одной однокласснице, полез, пока звонок шел, полез на стул с этой, с верёвкой, ну, он сделал всю эту петлю ебучую. Залез, типа, чтобы она испугалась. Она обосралась нереально. Короче, он от смеха, как я понял, упал с этой хуйни и застрял в этой петле и реально сдох. И у нас было расследование в школе, там, типа, что произошло. Вызывали на допрос учителей, учеников. Ну, вот такие дела. Осуждаю на всякий случай, да. Ну, короче, он реально звонил всем, как я понял. Начинал там... Ну, он какой-то ёбнутый был. Капля приехала только что, видели? Или ему ВР... Не, ну только что вам курицу даю на мини-карте. Я вот думаю, может быть, поиграть... Короче, я думаю, поиграть через урон с руки. Ну, типа... Купить блинк фейзы. Если выпадет граната, я точно пойду в урон с руки. Думаю, максимум второй. Here I come. Или форстарт купить. Да, осуждаю. Да не, ребят, ну типа это, с одной стороны, это как бы забавная, да, такая ситуация. Но не забавная, думаю, родители. It's not Fissure. Let's roll. Covering ground. It's not ready. Ground pound. Come out. Onward. Fissure. Your middle tower is under attack. Yes. Wait. Radiant structures are fortified. Охуеть. Мисс. Сейчас развернемся. Эхо 20. Еб. Ладно, ребят. Давай. До побачения. Охуеть, что происходит, блин, в этой катке? Here I come. Я, конечно, не Свена убью два раза. Да, да. Не, в стаке нет, я не зафармлю. Эти можно так забить. Были стаки, нет стаков. Я пошел. Да блин, да хватит за мной бегать! Ничего страшного. ВРК, дай мне эту шмотку, возьми киноптик, а Висп лопату возьмет. Спасибо. Я пойду бот качать дублинка, давайте. Ладно, я все, через урон они меня взбесили, им сейчас такая пизда будет. Короче, парни, если граната выпадает на 17 минуте, мы выиграли. Я, конечно, еще не играл, но я постараюсь. Получу пизделец и игру. Да я вообще, Висп меня хилил как мог. Ебать, пог. Арены нет. Но у Цемки есть ульт. Аккуратно, Тинки, ракеты не слави. Ебать, он Блин, какой же охуенный герой сейчас. Надо еще огонь будет посмотреть.
Я даже не дожимал, но я типа видел, что они... Что еще? Давай убьем его. Да блядь! Да блядь! Да как вы это делаете, ебаные гудини? Бойте руна активная. Я заберу. Тинкера двух ударов ща ёбну. Тут шейкер в нюизе. Не шейкер, со слетением. Можно сварка ебануть. Ладно, здесь я точно не уйду из этой. Я просто не переживай. По-моему... Да нет, шансы были на самом деле. Это слайм, что будет в этого самого. Да блин. КД, сука, блин. Мне просто интересно, как будто вдвоем играем на самом деле. Я иду с эхо. Просто беги нахуй, там 5. Ладно, тоже Сидан Шейкер убит всех, давай, встаньте в позицию, парни. Жёсткий. Встал в позицию. Так, гранату ищу. Можешь на Соне шмотку забрать. Фишер! Да-да-да. Тут дельта тени. Заберешь? Спасибо. Я тебе амулет дам. Вот бы котла в команду. They send tremble. Your middle tower has fallen. Ах, мне что шмот спела на котле, блин. Давай, Сван, жестко, жестко мучай. Кого? Парни, сейчас тени в инвизе подойдет к вам. Вот он. Ой, бля. Если бы на котле бы зарядил первый спелл, когда тебе не подошел к таверу, мы бы убили. Ладно, ну-ка, чёц. Красавчик. Тени, здесь тени, тени. Хуеть! Да не нормально. Парни. Не может когда вроде. Enchant.
Ботал выжил. Аккуратно, здесь сварк. Лечу на тени. Тинкер будет сейчас идет, я поищу. Бля. Возможно, увидел, я не знаю. Сейчас узнаю. Ха-ха-ха-ха. Here I come. Здесь опс есть. Надо бы КБ ебашить. Тебе на Свене бы какие-то крильты. Сильвер или... Лучше Сильвер, наверное, купить. Roshan has fallen to the dark. Тинкер надо искать. Мог бы убить и выйти в Shadow Blade. Your middle barracks has fallen. Your middle barracks has fallen. Центр надо поставить. Также бот зайду сейчас. Yes, здесь досты, даст. Пушьте мид на котле. Пуш мид на котле. ДД на Соня забери. The enemy's middle tower has fallen. No one sees an earthquake coming. Dire structures are fortified. Да. The enemy's bottom tower has fallen. The enemy's bottom barracks has fallen. Мид бейте, я пробую тинкер поймать. The enemy's bottom barracks has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Тинь не может блинк нажать пока. А, у него нет блинка. Да можем качаться. Можно фармить их тройку и все. У нас ГДС кончается. Ебать, что происходит так. Еще бы там. Я байбек есть.
Бля, я ду... Пиздец, ебаный щит, и крик не прокнул. Your middle tower is under attack. Что, нас так просто снесут? У меня БКБ нет. Вард стоит еще. Да есть бай на Свене, начни файт как-то, не знаю, не трать ГДС. Теперь нажимай ГДС. Самый тупой луст на свете. Там у меня были сотые дублинка.